Без выходных зачастую круглосуточно. В таком режиме идет работа в рамках третьего этапа реконструкции улицы 40 лет Октября. Строители на днях завершили надвижку металлической конструкции будущей эстакады. Она находится над железнодорожными путями, поэтому воздвигали ее в так называемые специальные окна в графике движения поездов. Это, наверное, самый ответственный был момент, когда вот вся эта конструкция была собрана на стапеле, то есть на берегу, образно говоря, через железную дорогу. И вся эта конструкция приехала вот на то место, встала на опоры, на нужные. И сейчас она, вот эта конструкция пролетного строения, находится уже на своем месте. Правда, еще много работы, надо ее еще вывесить, надо установить в нужные положения и опустить. Это тоже серьезная и довольно кропотливая работа. Будущая эстакада будет состоять из двух частей – металлической и железобетонной. Строители сейчас приступили к монтажу второй. Работы идут строго по графику. В перспективе подрядная организация планирует сдать объект раньше намеченного срока. Предстоит еще сделать два искусственных сооружения – это мост и эстакаду вот на... Значит, над дорогой, над железнодорожными путями и мост, там небольшой, 50 метров. У нас в планах в 2023 году, где-то осенью, этот объект вместе с обустройством, с освещением, там, как положено, с разметкой закончить. Это будет, конечно, для города Пензы и для Пензенской области, и для Пензенского района, конечно, это будет большим событием. Третий этап – завершающий реконструкцию улицы 40 лет Октября. Подробнее о проводимых работах, а также ремонте сельских дорог и мостов Александр Гришаев расскажет в следующую пятницу, 19:15, на нашем канале в программе «Кабинет министров».